В этом видео мы пойдем с вами циклы. Циклы это повторяющиеся действия. И начнем мы с цикла while. Здесь пишем ключевое слово while. В скобках пишем наши условия. А, в данном примере это будет и больше или равно 10. И в кавычках пишем выведенным на экран переменную и, и для наглядности напишем здесь html тег здесь пишем доллары и равно доллары и плюс плюс один то есть у нас здесь получается а, цикл а, значению по умолчанию единица. И данный цикл выполняется до тех пор, пока i не будет равно 10. То есть вот этот фрагмент кода выполняется 10 раз, и потом а, данный цикл завершается. То есть берется вот это значение, единица подставляется сюда, единица меньше 10, поэтому выполняется вот этот код, выводится единица, здесь берется эта единица, и к ней прибавляется 1. Передается сюда, здесь получается двойка, и так до 10. После 10 данный цикл завершается, и мы видим последнюю цифру, которая выводится, это цифра 10. А вместо вот этого вот а, фрагмента чаще пишут просто И плюс-плюс. Это то же самое, мы видим ничего не изменилось. Давайте закомментируем данный код и перейдем к следующему циклу. Так. Следующий цикл это do while. Сейчас я напишу его и потом объясню, чем он отличается. Так. Здесь мы можем скопировать вот эту вот часть. Ставить ее вот сюда. И здесь написать While, и в скобках написать наши условия. Так, наши условия это доллар и меньше равно. Так, меньше равно 10. Сохраним. И здесь будет здесь от, отличие в том, что вот этот вот эта вот часть кода, она обработается в любом случае минимум один раз, даже если условие, условие вернет false. То есть сначала обрабатывается вот эта часть, и потом смотрится на условие. Если условие возвращается в false, то выводится вот эта часть, и цикл завершается. Если true, то обрабатывается до тех пор, пока вот это значение не будет равно 10 посмотрим, работает эта конструкция. Здесь есть небольшая ошибка. Забыл здесь поставить точку запятую. Но как бы данная конструкция работает. Еще раз повторюсь, что здесь сначала выводится вот эта вот часть, то есть выводится единица, один раз данный цикл, и только потом появляется условие. То есть если мы, допустим, здесь напишем не 10, а 0, единица будет больше нуля, соответственно выведется только один раз данный цикл. Так, хорошо, перейдем к следующему. Так, закомментируем вот эту часть. И следующий цикл это цикл for. Мне он нравится больше всего, так как он а, довольно простой в начале. А, указывается значение по умолчанию. Мы можем взять его отсюда сверху. Вторым параметром указывается условие. То есть делать до тех пор, пока инь будет не станет больше или равно 10. И потом указывается, что нужно сделать. И плюс-плюс. Здесь в скобках пишем, что нужно сделать. Нужно просто вывести на экран и посмотреть, что будет. То есть мы видим, происходит все то же самое. На экран выводится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И это все в цикле. То есть мы берем здесь значение по умолчанию. Потом смотрим на это значение, если оно меньше 10 то выполняем цикл. После каждого от цикла берем переменную i и плюсуем, делаем плюс 1. В итоге получается здесь уже не единица, а двойка. Двойка меньше 10. И поэтому мы берем нашу двойку и плюсуем к ней единицу. Получается тройка. И так до 10. И каждый раз выводим на экран переменную i. То есть получается единица, двойка, тройка, четверка, пятерку и так далее до десяти. Первые два цикла используются довольно редко, то есть я в своей практике их почти не использую. Но последний цикл for использую чаще всего, поэтому больше внимания советую уделить ему. Также есть недостаток вот в этих циклах. Если вы, допустим, забудете указать вот здесь вот эту вот часть, то вы сделаете... Так называемый бесконечный цикл, и он будет работать до тех пор, пока скрипт не завершит, а пока сервер не завершит работу скрипт. Здесь такое сделать тяжело, так как здесь есть три обязательных выражения: это начальное условие и что именно нужно сделать. Я советую изучить вот этот цикл и использовать его. На этом пока все. Всем спасибо. Sim, paca.